Мы идем с Шимо. У нас только что Хелен получила крещение Духом Святым. Пришли к ней молиться за ее сестру, потому что какая-то букашка укусила, и нет, не поднималась рука. Мы помолились за сестру, и пришло такое Божье присутствие, что мы поняли, надо говорить о Духе Святом. Когда начали говорить, начали молиться, она приняла дар Святого Духа и начала говорить на языках. Это было... Продолжает молиться, а мы вот с Шимо... Мы ушли, а она осталась дома молиться, потому что вот буквально вот в тех деревьях находится ее дом. Вот здесь вот эта вся территория находится вот Шимо, где мы вот... трущобы. Да, трущобы. Это более-менее еще хорошие, красивые трущобы. Да. И вот сразу же... А сразу же вот этот вот трехэтажный дом, это квартирный дом, в котором живем мы. Мы, конечно, живем под огражденной территорией, потому что у нас есть охранник во дворе, и у нас огражденная территория, потому что по-другому нельзя.